Мне бы хотелось надеяться, что новая власть, в общем-то, пришла для того, чтобы исправить ситуацию, для того, чтобы, чтобы быть властью, чтобы, чтобы быть государством, да, чтобы, чтобы делать все для того, чтобы Украина вышла из этой тяжелой ситуации. Но сейчас как бы трудно сказать, что, что будет с этой властью дальше, как она будет справляться со своими обязанностями. Но мне кажется, что люди, которые в такой тяжелейший момент все-таки приходят во власть, да, ну, они, видимо, чувствуют в себе силы и чувствуют свою ответственность перед таким огромным народом, перед целой страной, населения, которое 45 миллионов. Я думаю, что это же не просто, правильно? Поэтому думаю, что они будут стараться.